Я человек системный, мне надо, чтобы порядок был. Наказал там, уволил с работы, и начинаешь это все крутить. Это страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это все, это рубцуется сердце твое, это все остается. Тем более я же восприимчивый человек. То есть я управленец снизу. И я это все прошел. И поскольку еще и в семье такой воспитывался, когда одна мать с утра до ночи работала, и самому пришлось шевелиться, я видел вот эту жизнь, несправедливость, справедливость, это и прочее. Я такой сформировался, я это очень болезненно воспринимаю. Я человек восприимчивый, поэтому после принятия каких-то непопулярных, жестких решений, это очень долго переживаешь. Ну и потом же вот, ну, уволил я там министра, вице-премьера, потом думаю... Слушай, но у них же вот эта сторона сильнейшая. Недавно я к ним послал с других областей людей. Говорю, идите, посмотрите, как надо делать. И так как они там развернулись, слушай, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы. То есть бывает и так, что иногда крутанешь и по делу, а потом подумаешь, ну, разбрасываться людьми тоже нельзя. И направляешь их туда с таким заданием под особый прицел, под бинокль. Иди показывай. Они это понимают. В общем-то, управленцы у нас тоже не испорчены.